В Северском районе открылась череда встреч с активом городских и сельских поселений. Первый сход прошел в районном центре. В фойе Дома культуры собрались жители Северского сельского поселения, представители всех служб и ведомств, специалисты районной и поселенческой администрации. В начале встречи перед собравшимися выступил глава Северского сельского поселения Андрей Дорошевский. За 9 месяцев 2019 года в администрацию поселения поступило 421 письменное обращение. Большая часть проблем касается сферы коммунального хозяйства. Это перебои с водоснабжением, качество питьевой воды, порывы водопроводных и канализационных труб. Немало обращений связано с благоустройством, электроснабжением, земельными вопросами. Андрей Дорошевский рассказал о дальнейших планах развития поселения. К основным направлениям работы относится ремонт дорог и тротуаров, благоустройство территории. После отчета главы участники встречи смогли задать вопросы специалистам и руководству. Большая часть касалась жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Прозвучал вопрос о вывозе мусора и ликвидации контейнерных площадок вблизи частных домов. А почему брали контейнерные площадки? Было красиво, чисто, а сейчас у каждого дома валяются мешки, половина разбросана. Те контейнерные площадки, которые были установлены на территории частного сектора, многие жители частных домов не заключали договоры. Все контейнеры переполнялись, соответственно, сносились со всех частных домовладений. Данные контейнеры. Получалась такая ситуация, что у нас, вот, как вы говорите, антисанитария вокруг этих контейнерных площадок. Было принято решение, что весь частный сектор будет переведен на помешочный сбор. Соответственно, если у частного домовладения заключен договор на вывоз данного мусора с организации, то в ней определенный в графике, соответственно, выставляется мешок мусорный, и он убирается организацией. Но я могу сказать, что на территории сельского поселения 73% только заключили жители домов на вывоз. После того, как каждый желающий смог задать вопрос специалистам, глава района Адам Джарим подвел итоги встречи. Районный руководитель подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и призвал всех собравшихся принимать активное участие в жизни своего поселения.